Возвращаясь к войне, будем считать, что геополитическую часть мы с тобой закончили обсуждать. Возвращаясь к войне, есть два очень больных момента для нас всех. Ты все это время был там, потому что мы очень многие журналисты, в том числе и я, следили за твоими репортажами, за твоими сообщениями. Для нас две загадки очень серьезные. Первая загадка – Гадрут. Если можно, конечно, что там произошло, на твой взгляд? Было очень много непонятного. Вы с Арцроном ездили туда. Ты неоднократно говорил о том, что Гадрут не может быть взят азербайджанцами. Много раз показывал, что город под армянским контролем. Ну, я не совсем вдруг... так говорил. То, что касается Гадрута, я не совсем так выражался. Я не говорил, что он не может быть взят. Естественно, такие опрометчивые... предположения я не делал, но тем не менее, если мы берем чисто хронологию событий и берем просто факты, когда Алиев говорил, что Гадрут принадлежит Азербайджану, я туда как минимум еще 3 дня подряд заезжал, да, то есть все это было неким этапом скорее информационной войны, чем реальной. Да, если мы будем говорить о том, что там на самом деле произошло, да, то я не знаю, то есть тут варианты два. Либо это как бы беспечная халатность, да, которая привела к катастрофическим последствиям, да, либо это некое намеренное предательство. Информация о том, первая или вторая версия является приоритетной, у меня на самом деле нет. Но то, что произошло с Гадрутом, и то, что это можно было предотвратить, для меня является очевидным, да. Потому что те диверсанты, которые туда зашли изначально, они были за несколько дней обнаружены, и я общался лично, то есть это не какие-то мои там журналистские фантазии или что-либо еще, общался с людьми, которые этих диверсантов видели, докладывали об этом, ну уж не знаю, там наверх, не наверх, но тем не менее, да, как бы это не было оставлено без внимания, почему не было предпринято мер, которые предотвратят сложившуюся ситуацию, для меня загадка. Связано это либо там с хаосом, который царил в войсках конкретно на тот момент, или связано это, скажем так, с намеренным каким-то там сговором и так далее, и так далее. Мне сейчас сказать сложно, я просто-напросто не обладаю этой информацией. Но то, что это можно было предотвратить, для меня очевидно. А хаос был в войсках тогда? Конечно, был. Ну, о чем говорить? Если мы смотрим на те силы, которые Армения, скажем так, поставляла, да, в Карабах, да, в основном это были молодые мобилизанты, которым было там 18-19 лет, может быть, там немного больше. То есть это люди не обстрелянные, не профессиональные военные. Это люди, которые, может быть, не были в полной мере подготовлены к тому, с чем они столкнутся, учитывая, да, там, воздушный фактор, те же Байрактары и так далее, и так далее. Я, наверное, не вправе их обвинять, да, хотя, скажем так, ну, были моменты, когда приходилось людям говорить, типа, ну, зачем вы бежите, зачем вы уходите, там, и так далее, и так далее. Да, это, безусловно, тоже было, но осуждать я их не вправе, потому что вопрос, прежде всего, мой по ситуации в Гадруте, адресован командирам, которые не смогли организовать грамотно оборону.